Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпиню в связи с крушением парома «Звезда Востока» на реке Янцзы. В телеграмме отмечается, что глава государства с глубоким прискорбием воспринял весть о катастрофе, повлекшей многочисленные человеческие жертвы. От имени казахстанцев и от себя лично президент выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим в том трагическом событии.